Ну что, готовы дальше продолжать наши забеги вот в эту странную игру? Привет, не спящие, это снова я. Поехали играть. The Rover Saves the Universe. Ну и что-то такое. Горячий бесплатный DLC. Ну, я что-то не в восторге. Не будем его использовать. А возможно, будет какой-то шум снаружи. Ну, такой, вроде дыхание в микрофон, потому что у нас сегодня ветер поднялся какой-то странный. Такой сильный-сильный. Ну, а окно закрывать, знаете, это не очень хороший план, скажем так. Вот ветер поднялся, а дождя нет. Это нечестно. Игра? Что-то долго сегодня загружается игра. Нехорошо это. Сегодня попробуем записывать немножко более по-другому. Я немножечко все поменял. И я не уверен, что все будет работать хорошо. А, ну я не удивлен, почему игра загружалась долго. Текстурки прогружаются. Для Unreal Engine это все нормально. Так и должно быть. Ладно, Тровер, давай, за работу. Мне подняться здесь не дают, поэтому. Дуй сюда. Когда-нибудь бывали в Анусе? Ну, вот сейчас и выясним, каково это. Да. Правильно. Нипфлип-сити, все правильно. А ты уверен, что ты туда добежишь? Добежал? А, ну так это я уже проходил. Надеюсь, звук лагать не будет. Что? Он говорил либо, что он что-то не договорил, либо что он вообще не говорил. Это не важно. Вернее, это важно, но не особо. Слушай, Тровер, а ты можешь мне подкинуть еще один? Вернее, еще одну хренотень. Только вот откуда бы это сделать? Давай вот отсюда. Уинк-уинк. Забыл. Оп. А, не то. Во. А, где эта хрень его? Ты, твою мать. Чёртова коробка. Далековато, да? Ладно. Давай эту. Так, сюда. I've known Kay a long time. I think we might actually be trapped in here forever. I don't know what the fuck we're gonna do, but we gotta get that other power baby. So the first thing we gotta do is figure out how to get out of this space and get to another space, partner. Если быстро сказать, то он имел в виду, что нам надо убираться отсюда. Уха! Надо их как-то выпустить, наверное. Вообще, я вижу, там вон какую-то хрень, в которую надо, очевидно, попасть. Опа. Тровер. Еще одну. Будьте любезны. Оп. Так. Здесь будет все ок. Эх, ну что ж ты, твою мать. Может быть, это попадет. Да. Да, ненависть. Давай еще. Нет, это уже далеко. Давай еще тогда вот эту. Здесь не просто так два блока с кубами стоят. Да, ну, ладно, в задницу. Мне эти дети зеленые все равно не нужны. Они бесполезны. От того, что у меня прибавится одно хп, вернее, от того, что у Тровера прибавится одно хп, это погоду не сделал. Вообще ничего не сделал практически. I'm having a panic attack over here. Oh, Jesus Christ. Oh, fuck, panic attack time. Oh, man, I need some medication or something to Давай calm this panic уже. Attack. Ooh, fuck. Oh, God, we gotta... I'm fi-fo-fum. Oh, fi-fi-fo-fum. Все? Отпустила? Паническая атака у него, говорит, началась. Все так просто. Бежать разве что далеко. Так. И заряжай.
Ну как это выходит, ты? Тебя за ногу. Хорошо, Тровер, давай тогда нот мне какую-нибудь. Сюда вот встань. Поменяем положение, вернее, позицию. Дойдешь до туда? Молодец. А? Что я забыл сейчас? Видимо, что-то взорвалось. Ладно, не важно. И чё? Тровер! Мы с тобой сегодня в ударе. Мы с тобой сегодня жжём. Может быть, ты сам туда залезешь, и мы просто продолжим, а? Ненавижу VR. Просто ненависть, такая дикая, лютая ненависть к VR. Тровер. Опаньки. Че это тут такое? Воу-воу. Игра, спокойней. Ты сможешь сюда запрыгнуть? А, так вот оно как доставалось. Но он сюда запрыгнуть не сможет. Ты будешь делать дабл джамп сегодня или нет? Не, он не запрыгивает сюда никак. А как же мне тогда? Ну-ка дай-ка. Ча. Оп. Во. Тровер, лови. Так. Ну, только не говори, что ты еще на него запрыгнуть не можешь. Это не ради зеленых детей, нет. Все не так. Все неправда. Ну опять эти багованные квадраты приехали. Вернее, кубы. Кошмар. Мне просто интересно, чего именно не хватает. Что не справляется настолько, что аж звук начинает лагать. Даже один куб начинает просто катастрофически ломать звук. Конец. Валим. Да. Где ты там, Тровер? Иди. Прыгай, скачи. Делай что-нибудь. А? Игра, ну хватит. За что ты так со мной? Что я тебе сделал? Нормально же играли. Holy shit, you did it, partner. You opened the door. Let's go. А то. Давай. Оп. О, смотри, пропустили. Тихо. Держи. Ну и осталось перебить остальных, это так, шуточки. Это труп. По-моему, этих надо убивать тоже вот так. Да, точно. Держи. Вроде лампочка не пробивает броню. Странно. На. Ты как это выходит-то? Все? Нет, не все. Мне кажется, этой игры не хватает. Этой игре не хватает чуть-чуть сложности. Самую малость. Немножко странные враги. Они нечестные, но странные. Так, куда бы мне теперь пойти? Может быть, в этот анус? Ну-ка давай проверим, чего у нас тут и нахер. А ты открыть не сможешь, да? Это хрень вот. Немножко не там, где надо.
Ладно, пойдем дальше, наверное. Слушай, а может быть... мы сделаем... магию? Дай мне мой куб. Чё за... чё за нахер? Так. Чё я сделал? По-моему, я только что-то сломал. Так самую малость. Ровер, ты это видишь? Чё за нахер? Куб не выезжает из этой зоны. Хоть тресни. Не, он уперся на невидимой стены для кубика. А жаль. Можно было бы решить одну нашу маленькую проблемку, которая находится здесь. Не, мне отсюда нормально видно. Как думаете, хорошая идея долбануть по этому язычку? О! А, я тут был, точно, я вспомнил. А, подожди-ка. Нет, это так не работает. Дай-ка еще один. Или одну. А то это работает вот так. Чпоньк. Так, как же нам проникнуть дальше? Может, ты встанешь просто, все будет нормально? А, далековато. Да заткнись ты! А? Опять ты? Спасибо за два кубика. Да мне насрать, что ты там хотел. Я занят. Я решаю пазлы. А, меня тоже достал. А чё, один раз достаточно было? Допустим. Так, порядок? Вроде порядок. Тровер, ну-ка, сделай-ка вот так. И на кнопочку, будьте любезны. Оньк. Yeah. Нет, нет, только не вы. Нет. Готовьте свои уши. Какая боль. Mm-hmm. Он такой, что, как голодный? Голодный, что он сейчас обосрется. Кто-нибудь здесь есть? Что с ним не так? А, это он говорит. Кто ты? Я уж надеялся, что со мной разговаривали эти курицы. Хрена с два. Так, а мне как? То есть придется их зачистить все-таки, да? Жалко. Я просто лень это делать. Но, видимо, придется. Иди сюда. Сосед Гейла. Интересно, у этого парня есть кристальный ребенок? Вряд ли. Что-то я в этом сомневаюсь, Тровер. Скорее всего, он где-то в другом другом месте. Это то, что ему нужно. Держи. Вкусно? Хочешь еще? Держи. Синюю? Ладно, а где она? А, там. Ладно, сейчас будет.
Погоди. Мне надо кое-что сделать. Hey, question for you, and you can say no if you want, but would you mind feeding me some blue num-num? Oh, I love the blue num-num. It puts yellow to shame. I love the fuck out of the num-nums that are blue. Come on, man, we don't have time for this. We need to find the other crystal baby. Crystal baby? Why, the crystal baby exhibit is right behind me. God damn it, of course it is. I thought maybe you were sitting on it or something. Tell you what, you toss me one more tasty treat and I'll roll right out of your way. Ну, конечно. Слушай, не возникай, я работаю над этим. The blue feeder is right over there. Way up there, over there to the left. That's the blue feeder. What are you like a wing nut? You got to go up and get the blue. Понимаешь, что? It comes out of the blue feeder. Попасть еще надо. Over there. There. Come on, please. Way over there to the left. You see it? Да вижу я! Хватит болтать! Ты затрахал меня! Alright, fine! Great, and make sure it's a blue one, okay? Not another color other than blue. I swear to God, I usually never eat like this. I used to be in such great shape. I could run. I even had my own workout video. Bartholomew's ball-busting buff bod and beach buns. And let me tell you, I would kick the little tush right into shape. Yeah, whatever, dude. It would. Let me ask you something. Are you happy with the way you look? Are you? How dare you body shame me? I don't need you telling me how I should look. My flaws Damn, are what makes me flawless. My mistakes are my achievements, and everything I do is perfect. All I did was ask you the same question you asked me. Yeah, but it's different, because I wasn't the one asking it. Therefore, it's offensive. Look, I really don't want to talk to you anymore. You're obviously very judgmental, and quite frankly, it's kind of sad. I just want to get my blue snack and be the fuck on my way, okay? This is killing me, partner. I can't stand this. Let's find the blue feeder switch. Ты знаешь, он меня тоже достал. He said it was up here to his left. Прям как ты. Только в отличие от него, ты затыкаешься. How many times do I have to say it? Blue. Пока ты не заткнешься, я тебе ее не принесу. В этом дилемма. I'm gonna cry if you don't feed me the blue one. Я решаю твою чертову загадку. Подожди. Видишь, я втупляюсь еще. Just do it. Just feed me the blue one. Everybody's doing it. А как мне, кстати, открыть эту жопу? А, вижу. Сейчас будет. А ну-ка. Hey, look! Come on, you purple prick. A butthole just opened. That's a whole giant butthole that just opened. We can. That's a loose butthole. Let's go in there. Piss off, man! Oh, what's the matter with you? Are you mad? Тебя за ногу. Давай. О, ребенок. Я все это время на него смотрел, оказывается. Shit, that little motherfucker was hidden. See, look at my finger. Follow the finger direction to where it's going, like it were a laser. Do you see where I'm pointing? Right there. Ну что ж такое, от одного говна к другому. Давай, пролагивай. Так-то лучше. Hungry Town called. They said I need some fucking food. Bluey! На, на. Живи. Пыть. По-моему, он увеличивается в размере. Chewy, chewy, y'all. Yeah, that's great. No one cares. Now get the hell out of my way. Теперь с дороги. I swear I will. Ладно, свалю. Just as soon as you toss that little juicy bug down there, right into my mouth. Закиньте мне в рот этого сочного жука. Какого жука? In some countries, it's considered a delicacy, and you want to know why? Because these little suckers are to die for. I like to bite off their heads, and I suck their insides while I slurp on their outsides. Oh my god! I really think this guy's starting to lose it, partner! Shut up, you purple pile of pus, and put that plumpy plumper on my plopper! Это... That's din-din time! Oh, that's good stuff! Oh. 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 Hmm. How come it tastes so good, yet I feel so bad? This still ain't enough. Papa boy needs to eat. Go to that cliff, the one in front of me. That's where you can activate my num-num maker.
Jesus, how big is this guy gonna get? Aren't you full already? Good lord, can you just give us the crystal baby? Shut up and feed me. That son of a bitch was tucked away. All right, fine, fine, but this better be worth our time. You better not be jerking us around. I can't take it anymore. I need more. More! Больше, больше жратвы. The one I'm pointing to. With my right, finger. Here we are. And my dick. Okay, that looks так. Like the numbs. Oh shit, так look кого? At that. Ничего. A little, another button. I can кнопка? Get... Чё, какая кнопка? А? Drop me down there and I'll hit that button. Ладно, ладно. Oh, I'm in Vietnam. Yeah. А, не грызите меня. Ну за что мне эти чертовы... Эти самые... Кубы! Лагучие кубы! Ненавижу! Синий, какая разница? Ладно, ладно, желтые. Хоть не грызть. Да, наконец-то. Сказал, что ему нехорошо. Шик. Gail's roommate ate the crystal baby? Well, I wouldn't have ever done that. So сосед I clearly was better roommate than this character could have been. Even though we realized he's not actually his roommate and was clear. Well, I hope you're happy. You ruined my zoo. Мы уничтожили мой зоопарк, вы украли моего ребенка кристального и убили моего соседа. You may as well have just shit in my mouth and stuck a twig between my little bags, because that's how I feel. The front gates are open, Trover. I'm sorry, Gail, but the entire cosmos is at stake. Прости, Тревер, но весь космос под угрозой. The cosmos is at stake. Well, guess what, Trover? I'm going to Jamaica, and I'm gonna eat pizza nuggets, and I'm gonna get lasagna, and there's a lasagna pizza nuggets. Затрахал. Crazy, you believe anything he said? It's all lies. Come, come, eat piss. Come, eat piss. Come, eat piss lasagna, McNuggets. Come, eat piss lasagna, chicken nuggets. Pizza nuggets, pizza nuggets. Put them in the oven. Наконец-то. Да. Вот как вам это все переводить? Я могу, в состоянии, но зачем? Я переведу так, пресненько. Это будет не смешно. Кто? Кто хотел моего присутствия? Черт. Счастлив? О! Holy shit! Hey, we know you. I mean, мы we знаем. Know your brother Teddy. Я знаком с твоим братом Тедди. Please, you gotta get me out of here. Вытащите меня отсюда. Они меня задержали. Моя вина? Donnie, listen to me really carefully. Do you have your heart medication? My heart medication? Таблетки от сердца? Who cares about my heart medication? Кому какая разница? Get me out of here! I'm gonna give you a fucking downgrade. Oh my god, my heart! Сердце! I think I'm having a heart attack. Черт! Сердечный приступ! Черт, он умирает! Донни! Oh shit, he's dead! Черт, он сдох! Все, а? Oh shit, you got an achievement! О, ачивка! That makes it all worth it! Оно того стоило, пожалуй. Wow, you really worked to get this one. Забей. You know, this would be a pretty good place for a first date, I gotta tell you. Так. Пойдем дальше, что ли? Не люблю я такую позицию. Вот это вот поинтереснее.
Сюда? Чё тебе? I know what that button does. It opens up that door. Кнопка открывает двери. God, I can't wait to be free and breathe the fresh air. Вот бы освободиться, вдохнуть свежего воздуха снаружи. Почувствовать тепло солнца, всякое такое. Только я к этой дороге. Да. Иди. Спасибо, хорошо быть свободным. Все, иди. Ты свободен. Ну, в общем, плевать. Надо было, наверное, выпустить тех мух еще. Wow, you really worked to get this one. Good on you. I was so caught up in the moment, I didn't even realize what we were doing. You know, we just force-fed someone to death. А, мы же вы это. It's what he wanted, though, right? I mean, he died doing what he loves. Не, 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 пошли, катитесь в ад. Я не подписывался на эту херню. А, лаги. Не, они догоняют меня. А, так вот что это за враги. Это лаги. Все? Они мертвы? Фу. Наконец. Пора валить. О, а он откуда здесь взялся? Уж там вроде не был. Чё? Мы нашли Донни? Нашли моего брата? Да, мы нашли твоего брата. А почему он не здесь? Он в порядке? Только не пугайся, но он сдох. В общем, он просто сдох. Нет, вы ублюдки, как вы могли? My life is dying. Everyone, including you guys, eventually, and me, death. It's a part of life. Give it a try. Hey, well, почему субтитры не те? He never even got to wear his orgasm donor t-shirt. Why? Никогда не будет носить футболку донора оргазмов. Да что? I can't believe my fucking brother's dead. He was the glue that held this family together. Знаете, первый раз это было смешно. Второй раз это было забавно. А сейчас это как-то... Да пофиг, в общем-то. Куда ты бежишь? Все, погнали отсюда нафиг. Заткнись. Вот все равно забирал. Вот это да! Как теперь жить-то? Да, вообще, охренеть просто. Дополнительного говна. Все, валим. Да кому они нахер нужны? Ой, слушай, подожди. А, нет, все-таки мы победили. Расскажи мне, давайте хорошие новости. Не подведите. Хорошие новости, у нас кристальные ребята, дети есть. Отлично. Would be the ones to save the universe. Excuse me, you know what, boss? I gotta tell you, I really don't like you talking about my partner that way. Why is that, Trover? You do it all the time. You little piece of shit. What? No, I don't. Yes, you do, Trover. You, just the other day, you called him a lazy lap llama with limp-dick little llama legs. I heard you say it. You gonna fucking deny it to me right now in my face when I fucking heard you say it? And I fucking saw your lips move when you said it? You little fucking twerp. Now let's save the goddamn universe, Trover. Jesus Christ! Look, I may have said those things, but it's different now. We're bonded. We're partners. I mean, you know what? We're gonna change the subject. We're gonna change the subject. We got the crystal babies. Let's go. Let's go. Fuck it. Let's do it. Let's do it. Yeah, Trover. Let's go do it. Whatever you say. I don't even care. We're gonna save the cosmos. Take the crystal babies to the abstainers. Отведите детей к абстейнерам. Отведите им глаза и все будет зашибись. Discuss the next steps. Обсудим следующий шаг. По-моему, он звездит. Как по мне. Listen, you heard a lot of stuff about me from Gail, and узнал много личного обо мне от Гейла. Ну, это, в общем-то, почти правда. Ну, я теперь другой человек, с тех пор я изменился. Я стал в раковину. Всякое такое. Но я изменился. You're just like me. We're on another level of friendship now.
Мы теперь на новом уровне дружбы. And my favorite drinking hole, the Empty Peepers. That's the place in my home world that I love to go to. They know how to deliver a drink right into your eye holes. But I'm sure we'd figure out a way for you to enjoy a drink there too. I'd tell them you're my pal, my Chairorpian pal, and I'd defend your back, because I know they'd all be really cherished towards you, because most of my planet is cherished. Слушай, у тебя есть еще две дыры, которые можно заткнуть. И одна из них вот здесь. Я сейчас возьму вот этот геймпад и суну его себе в рожу. Потому что ты меня задрал. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, сколько можно? Похоже, ему совсем хреново. You know why Glorkon's doing all this, right? It's because of his true love. He's been trying to create the perfect recipe of planet combinations to bring about the existence of his dream girl. You know, his true love. What? Yeah, since Glorkon was able to see all the future eventualities, he's engineered the one that would result in, you know, his true dream girl coming hello, into Chair Orpian, hello, Trover. Please hurry, install the crystal creatures into the drunk abstainer. That feels better. We are three. Alright, so what do you want us to do? Что дальше делать? You know, to help you get to be four. Как помочь стать вам как вел четвертого? Alright, okay, we're gonna head out. Найдите Гларкона, воткните ему в глаза таких же детей, и все будет зашибись. Telepod, we'll just go ahead and let you know that, you know, we don't know what's going on. You know, our brains are all amok. You know, it's all muddied. We can't really predict the future of anything right now, because Glorkon's out there changing the present. You know, he's doing things and we don't know what the hell those rippling effects are. We don't even know what he's up to. We have no idea what he's doing, but all we know is we know for sure he's just trying to bring about the true love of his life, and you gotta just get those special creatures. Anyways, what do you guys want to talk about? We're all talking in one unified voice. We're gonna put a special effect on all this so it sounds like three voices, like a flange or a chorus effect or something. Alright, Chorpy and Trover, good work. I see you've got the abstainers all linked up, that's good to hear. Now, you're gonna have to get those last two crystals and you're gonna wanna go meet my buddy, one of my pals, a fella named George. He's got the next pair of special creatures stored in a secret place, secret planet. He'll probably hand them over to you with little effort on your part. He's a good dude, one of my best pals. Плохой чувак. And hope you guys. Я надеюсь, вы подружитесь. You feeling pretty good? You doing okay? Нормально справляетесь? Да, зашибись. Но почему это не работает? Нет, работает. Твою мать. All right, good. That's good. That's good to hear. I'm happy to hear that you're feeling good. All right. Get out there and we're getting close. We're getting close to the final part of this whole thing. Boss, I'm feeling a little weird right now because we just found out Glorkon's motivation is just true love. Oh, that makes you feel weird, does it? Does that make you feel weird, Chairorpian? Нет. Нет. Ну, не работает. Yeah, I didn't think it was relatable. Who's ever... Love is a joke anyways. No one's ever felt real love. That's a sign of a sociopath lunatic, if you feel love. Relatable, my shoe. You two get out of there, get out of here and go talk to George. You're a bunch of doofuses. Go, get your work done. George, go talk to him. Take the telepod there. Mm-hmm, hurry up. Mm-hmm. Get a hustle Все? On. Иди нахер. Поехали. Странная земля. Что, даже ничего не скажешь? Да ладно. Неужели? Твою мать. What's going on? I'm происходит? Bathtub guy. Oh shit. Oh, I'm so sorry. Ванный чувак. Partner, I don't think this is George. Сомневаюсь, что это Джордж. Джордж, мы походу немножко промахнулись. А, Джордж. Я Джордж, но я просто в ванне. Поэтому. You guys here to play a little midnight shuffle? I mean, listen, we do have big stuff to do, but maybe what's midnight shuffle? You know midnight shuffle.
is when two consensual adults tuck in their chub, hop in a tub, and sit knee to knee. Yeah, no, why would we want to do that? Because it feels good. Чтобы нам это делать, потому что это хорошо. I'm going to be at a birthday party in about an hour, but if we hurry, I'm sure we can get it done. All right, look, hey, listen, we're not here for some midnight shuffle, okay? Our boss sent us here to pick up some crystal babies. Полуночный шаффл. Oh, why did you say so? I know, boss, that SOB owes me 13 space dollars and 15 space heads. Несколько долларов. He came over one time for a little cream dream action. That's when two dudes turn up the AC really high, then sit in the bathtub with a cream corn and scream their ever-loving ass off. Ooh-wee, it's fun. Anyway, 12 days go by, and we finally get out of the tub, right? I mean, look at our bodies. We're all pruny. My fingers were so tiny, I wanted to touch them. And just as he's about to leave, I go, hey, man, that'll be 13 space dinero. And he's like, 13 what? Then, all of a sudden, boss takes off running. Now, I don't know if you know this or not, but boss is as agile as a greased baby going down a water slide. So, the only way I'm gonna... Hey, what the hell are you doing? That's not yours. Put it down. I'm just gonna soak in silence. Nah. Затрахал. Holy shit! Partner, you just killed this guy! Чувак, ты только что убил этого наркомана. Bathtub guy, whatever his name is. Как его там вообще звали? How many innocent lives is this? Сколько невинных жизней ты уже забрал? 4-5? Are we even the good guys anymore? Мы вообще хорошие или плохие? Jesus Christ! As soon as we see an opportunity to kill someone, we do it. Ты видишь возможность кого-то убить? Зачем ты это делаешь? Need saving from us. Нам же жизни спасать надо. Not that any of that matters, because without the crystal babies, we can't continue. This is crumbelievable. You broke the progress of the game. Сломал прогресс игры. It's over. Все, конец. Больше не получится проходить. Придется рестартить игру. Начинать с самого начала. Доходить до этой части. И не убивать этого наркомана. Да ладно, брось. Кому он нахер сдался? Не серьезно? Все? Это прям реально все? Да не может этого быть, ты лжешь. Ты наглый лжец. А? А? Что за... Ты это слышал? Это Дэвид. Нет, кристальный ребенок, который ты дал мне, чтобы я за ним присмотрел. Он обосрал мне все пол, дверь, весь пол. Перезвони, старый ублюдок. Holy shit, this is crumbelievable. I think I might be related to that guy, and also, I know exactly where Tech World is. Так, я в курсе, где технический мир находится, так что можно туда добраться и забрать ребенка. The coordinates are programmed in the teleport already. Когда тоже все телепортаторы, можно просто нажать кнопку и поехать, ты, может быть, заткнешься или нет? Все? Ура. Подумаешь, убили какого-то наркомана. Какая разница? Он все равно был бесполезным куском говна. Wow, partner, would you take a look at this cool tech world, this gear world? Man, this is gonna be a fun one to explore. I can't wait to dive into every nook and cranny of this cool tech world. Ничего подобного. Это нифига будет не весело. Там слишком много всякого барахла. Но с этим мы разберемся попозже. Я подустал. Фу. Не уверен, будет ли сегодня еще одна серия. Но если будет, то будет. В общем, такие дела.